Что он должен был сделать, это прийти на землю как человек, жить как человек и страдать как человек. И он пришел на эту землю, чтобы узнать этот мир, который он создал изнутри. Вот как он пришел просто для того, чтобы спасти нас. Но я имею в виду, что этот человек говорил, и его агия была в таком сильном блоке, что я просто подумала, то, о чем он говорит, настолько ощущается в нем самом, что в нем не осталось никакого чувства смирения. И как он использовал для этого Христа. Это была ужаснейшая агия, и я ее вычистила. Но все это выглядело так, что у меня было ощущение, словно он устраивает спектакль. И затем самая отвратительная часть наступила позже, когда его спросили, каково ваше послание людям других сообществ, которые находятся здесь, и что вы скажете? Он сказал, мы должны любить своих ближних, и вот почему мы должны любить вас. И все это ради благополучия. Вот почему мы начали дело, благодаря которому мы даем людям работу и заботимся о них. То есть все это началось с филантропических побуждений. Затем перешло в союз, трудовой союз, а затем он стал социальным работником и в итоге закончил биржей труда, представляете? И я не могла понять, что это за архиепископ, и когда он собирается говорить об освобождении духа внутри, когда он собирается говорить об эволюции, и когда он собирается говорить, что у нас должно быть осознание самих себя. Ничего, ни слова. Все, что он сказал, было вот это. И это было так удручающе, уверяю вас. Я имею в виду, получается, Христос прошел весь свой путь только ради того, чтобы дать вам работу. И затем они пригласили человека, который рассказал о том, как они дают работу людям, у которых нет работы, и как они создают рабочие места. Так что все было превращено в экономическую активность, понимаете? То есть понимание Христа и его смиренности свелось к тому, что он должен был пройти весь свой путь на этой земле просто для того, чтобы дать нам биржу труда. Я имею в виду, что если вы собираетесь вот так расценивать божественную инкарнацию, то я не знаю, что в итоге получится из таких людей, потому что это неправильное представление о Боге и его действиях, абсолютно. И люди слушают его без всяких вопросов и прочего, потому что он архиепископ. Епископ, избранный всеми вами. И он продолжал и продолжал говорить. Так что нам нужно понять, зачем Христос приходил на эту землю? Почему он прошел весь свой путь с полным смирением? Почему он пришел на эту землю как бедный человек? И почему он, в конце концов, захотел принять распятие и пожертвовать своей жизнью ради людей, которых можно было назвать грешниками? Вот что мы должны выяснить. Не ради решения безработицы или достижения ваших материальных целей, потому что он сам говорил, богатый человек никогда не сможет войти в Царство Бога. Так что найти людям работу или дать им что-то еще. Там был человек-инвалид, и прозвучала фраза, людям с ограниченными возможностями нужно помогать, и это работа церкви. И они рассказали, как помогают людям с ограниченными возможностями в этой стране. Но то, что Христос лечил каких-то конкретных людей, не означает, что Он приходил для того, чтобы заботиться о больницах для инвалидов и тому подобных вещах. Он приходил на эту землю, чтобы внутрь нашего существа внедрилось новое осознание. Он родился во времена, когда люди не имели понятия о том, что такое вечная жизнь, что такое дух, который мы называем атмой. Они никогда даже не задумывались, что существует нечто подобное. Он родился в таком месте, где люди даже не думали в этом направлении. И хотя мы можем сказать, что в Индии люди думали об атме и параматме с давних времен, они также ничего не достигли, потому что все эти так называемые религиозные индийские лидеры были заняты накапливанием денег. Тогда и пришел Христос. И я не знаю, что за храмы у них тогда были, или что за пуджи они проводили, или какие представления у них были о Боге, потому что он приходил 2000 лет назад. В то же самое время в Индии распространялся буддизм. И если посмотреть на все эти вещи в коллективном масштабе, то использование людьми Шри Будды в таком ключе выглядело очень тревожно. И было необходимо, чтобы на эту землю пришел Христос и сказал им, что вы должны обрести свой дух. Вы не должны волноваться о других вещах. Но именно дух должен родиться снова. Вы должны родиться снова. Вы должны быть крещенными. Вот для чего он приходил на эту землю. Но он не мог пересечь границ Вифлеема. Я имею в виду, что он был просто в некотором смысле
абсолютно заперт в этом месте из-за невежества людей. Его послание так и не распространилось дальше тех мест, где он жил. Так что его целью было прийти на эту землю на уровне агни-чакры, как вы знаете, открыть ее и дать новое измерение нашему осознанию, благодаря которому мы пытаемся понять, что имел в виду Шри Кришна, когда он говорил: «Дух невозможно уничтожить, его невозможно убить, его невозможно смыть водой и невозможно сжечь огнем, его невозможно иссушить никаким ветром». И когда Шри Кришна сказал это, люди сказали: «Что это за дух? Где находится этот атман? О чем ты говоришь? Что это такое?» Поэтому на землю пришел Христос, поскольку Он есть суть, и Он показал своим воскресением, что дух не умирает. Он показал очень ясно то, о чем говорил Шри Кришна, потому что Он был сыном Шри Кришны, как вам известно. И вот как Он это сделал. Но прежде чем Он успел донести людям свое послание полностью, они распяли Его. Вот каким образом они почитали Его, и вот как они пришли к Нему. В Сахаджа-йоге сейчас мы также должны знать, что если вы приходите в Сахаджа-йогу, это не значит, что вы ее обязываете. Понимаете, вот как люди говорят сегодня, когда Христа больше нет, что Христос приходил на землю, и это было проявление Его смиренности, потому что вы понимаете, насколько велик Он был. По крайней мере, вы стараетесь изобразить, что понимаете это, тогда вы так говорите. Но когда вы приходите в Сахаджа-йогу, вы думаете, что это Сахаджа-йога обязана вам, а не вы обязаны Сахаджа-йоге. Вы можете познать все условия своей духовности посредством полного смирения себя, потому что именно милость Бога является тем, что нужно искать, и невозможно силком получить чью-либо милость. Вы не можете ее требовать, не можете ее просить, вы не можете сказать: «Я такой-то великий король» и все в этом роде, поэтому милость должна прийти ко мне. Нет, она может совсем к вам не прийти. Вы можете быть даже высочайшим священником английской церкви и не получить милость Бога. Чтобы получить милость Бога, вы должны просить об этом. Вы должны быть смиренными. Это как если бы вы собирались в королевский дворец и там ожидали, что король должен выйти вперед, преклонить колено, взять вас за руку и посадить на трон. Я имею в виду, что это абсурд, мы можем понять это. А тут все еще значительней. Это инкарнация. И инкарнация приходит на землю в полном смирении. Не для того, чтобы стать смиренной, а для того, чтобы заставить вас понять, что инкарнация проделала весь свой путь ради вашего освобождения и ради вашего духовного роста. Так что вы должны с огромной покорностью и смирением принять это. Но в общем отношении вы видели сахаджа-йогов до прихода и после прихода в йогу. Как они осознают, как другие ведут себя по отношению к сахаджа-йоге. У них нет смирения в этом плане. Они думают: «О, мы придем и оценим Матаджи. Посмотрим, что она из себя представляет. Мы увидим ее и сделаем это. Или придем и посмотрим, что это за сахаджа-йога». Они никогда не приходят с мыслью, что они должны принять это с чувством смирения, потому что они просили об этом. Вот почему они должны обрести это. Наоборот, они ведут себя так нелепо. Тем не менее, они получают это. Несмотря на это, они получают свою реализацию. Они получают все. Но нужно знать, что вы так или иначе должны стараться сказать тем, кто приходит: «Теперь вы будете приходить сюда. Меня здесь не будет, понимаете? И они будут приходить, чтобы увидеть вас. Многие люди знают ваш адрес, и тогда вы должны говорить им. Мы должны осознать, что если мы должны что-то получить, тогда внутри нас должна быть область, созданная нашим смирением. Как, например, если вы бросите камень в Гангу, то вы не получите никакой воды. Но если у вас есть кувшин или емкость, которая может вобрать в себя эту воду, тогда вы можете наполниться Гангой. Если же вы пойдете к Ганге и начнете оскорблять ее, говоря: «Эй, ты, Ганга, приходи в мой дом», разве она придет в ваш дом? Точно так же нужно понимать инкарнацию, или благословение Бога, или милость Бога. Мы должны просить об этом и смирять себя ради этого. У них есть всевозможные ритуалы. К примеру, если вы пойдете в церковь, они скажут: «Вставайте на колени». И даже священник скажет преклонить перед ним колени, хотя он может и не быть реализованной душой или кем-то таким. Скажем, епископ Кентерберийский или тот, кто говорил сегодня, он не является реализованной душой, его кундалини просто заморожено, но все вели себя перед ним очень смиренно. Он никогда не заслуживал этого. По моему мнению, он абсолютно этого не заслуживает, но мы будем это делать. А перед
перед инкарнацией мы не только не смиряем себя, но еще ужасно оскорбляем, унижаем и распинаем ее. Мы должны видеть эту человеческую натуру. Это очень ужасно, так себя вести. И если такое происходит, тогда гнев Бога должен обрушиться. И это невозможно предотвратить. Потому что мы так себя ведем и так на это смотрим. Теперь подумаем о Христе, как Он был создан. В Деви Бхагават вы видели, как на стадии Шри Махавишну Он был создан именно на небесах, и затем, как Он был приведен в мир. Мы читали в Деви Бхагават о Его создании. Со всеми этими моментами, которые были сделаны, со всеми силами, которые были Ему даны, Его специально попросили прийти на эту землю и жить как обычный человек. К примеру, если вы скажете королю пойти и жить в лачуге или в каком-нибудь месте, которое даже не предназначено для человеческого существования, если вы попросите короля идти и жить в такое место, ему будет очень сложно. Но инкарнации делают это, они делали это. И когда они приходят сюда, отношение людей должно быть абсолютно смиренным. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сделал это для нас. Благодарность. И благодарность — это путь к радости. Другого пути нет. Мы получаем все, но никогда не благодарим. Мы вечно жалуемся и недовольны. Сегодня день благодарности за то, что Он послал Своего единственного Сына, как мы говорим, и за то, что Он Сам так много раз приходил на эту землю, за всю помощь, которую мы получали благодаря Его пришествию, благодаря пришествию Его инкарнации. Если внутри вас нет благодарности, вы никогда не увидите радость от того, что имеете. Что бы вы ни получили, что бы Бог вам ни дал из своей милости, и своего сострадания, и своей любви, вы не должны тратить впустую ни секунды, а благодарить Его все время. Одна лишь благодарность. И когда вы будете благодарить Его, волны радости будут подниматься внутри вас. Поскольку мы не знаем, как благодарить Его за то, что получили, внутри нас нет радости, понимаете? И мы безрадостные люди, мы очень несчастны. Что бы мы ни имели, мы не испытываем от этого счастья. Так что вопрос в следующем. Благодарили ли мы Его? Благодарили ли мы Его каждый миг нашей жизни за то, что Он нам дал? Реализация — это великая, величайшая вещь, которую Он нам дал. И Он дал нам этот сахаджа способ, с помощью которого мы теперь можем познать себя полностью. И еще один момент. До тех пор, пока это не произойдет, мы не можем улучшить ничего в этом мире. Ничего. Все ваши учреждения, все ваши начинания будут несовершенными. Человек должен улучшаться и должен очищаться. А для этого нужна одна простая вещь — смирение. Смирение — единственный способ, которым вы можете это получить. Вы не получите это путем споров или разговоров об этом, или навязываясь кому-то. Ничего подобного. Насколько вы смиренны внутри себя, вот что главное. Всегда смотрите внутрь своего сердца и смиряйтесь, и благодарите. Каждый миг, каждую минуту. Вот ключ к тому, чтобы извлекать радость из каждого мгновения. Каждое мгновение несет в себе океан радости, но чтобы зажечь его, вы должны благодарить за все, что имеете. Если же вы все время недовольны и жалуетесь, «О, у меня нет того, этого, у меня нет того», вы никогда не сможете радоваться, чем бы ни обладали. Так что рождественское послание для каждого заключается в следующем. Рождество — это день благодарности, потому что Он отдал вам своего единственного Сына. И Он пришел как исключительно смиренная личность, в очень скромном жилище, в очень скромном рождении. И это то, что нужно знать, что мы должны быть благодарны за то, что мы имеем в материальном, физическом, эмоциональном плане, а также в ментальном, за все, что мы знаем, в то время как Он жил в полной бедности, с полной благодарностью внутри себя. Да благословит вас Бог. Я очень благодарна, что мои дети получили этот дом. Я очень благодарна, что все мои дети здесь, и что они наслаждаются. Я очень благодарна, что я с ними, и что ваши проблемы решаются. Я не знаю, как благодарить за все это, за вашу любовь, которую вы проявляете, за все прекрасные вещи, о которых вы думаете и поете, и за то, как вы приняли сахаджа-йогу и работаете для нее. Этому нет конца.
Но вы также наслаждаетесь этим, вознося благодарность все время. Да благословит вас Бог.